Вот Денис Васильевич, это женщина. В чем дело, девушка? Она место не в своем купе заняла и уходить не хочет. Ну, чего должна уходить? Меня здесь все устраивает? Здесь никого нет? Ну, что ж вы сразу не сказали? А что вы ей сказали, Денис Васильевич? Я ей сказал, что это купе в Питер не едет. Ой, красавица, подожди, не проходи мимо. Посмотри, какой косточка от яблок. Попробуй, не пожалеешь. Их кто-то покупает? Конечно, знаешь, какой эффект? Интеллект повышает. И каким образом? Попробуй съешь, узнаешь. $100 десяточка, немного. На. Пожалуйста, пожалуйста, попробуйте. Да я за эти деньги могла 100 килограмм яблок купить. Там косточек больше. Вай, посмотри, какой эффект. Десяточек сел, уже помнила. Дай-ка мне еще десяток. Пожалуйста, пожалуйста. Деньги вперед. Блять, моли, ёптоем! Товарищ инструктор! Следующий. Здрасте. Здрасте, что вы хотели, девушка? А можно я буду следующей? Вы машину-то водить умеете, а, девушка? Ну, конечно. Точно. Ну, хорошо, садитесь. Все, девушка, выходите. Ну, почему я же... Вы не сдали. Ну, почему? Девушка, не нервируйте, выходите, я сказал, вы не сдали. Ну, я даже не тронулась. Ну, как вы могли тронуться? Как? Если вы сели на заднее сиденье, издеваетесь, что ли? Дерется, блядь, сучка. Девушка, у вас такая красивая грудь. Правда? Да. Но у меня маленькая. Возьмите туалетную бумагу и потрите здесь между. Туда-сюда. Туда-сюда. Вы думаете, поможет? Ну, жопись помогла. Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть в продаже презервативы? Конечно. Третий подойдет? А побольше есть? Конечно. Четвертый. А пятый бывает? Бывает. Вы хотите его купить? Нет, я подожду того, кто его купит. Что, девушка, сломались? Да бензин кончился. Не могли бы вы одолжить хотя бы литр бензина? Только придется отсосать. Отсосать? За литр бензина? Девчонки, снимайте скорее трусы, к нам пацаны идут. Наконец-то! Ох, так клево-то как! Что делаете, дуры? С веревки снимайте! Ух!
Привет. Ой, как дела? Ой, хорошо. Только немножко горло болит. Ну что ты говоришь? Знаешь, я знаю один изумительный способ, когда у меня болит горло. Я занимаюсь оральным сексом со своим мужем. Вот так помогает. Да? Пробуй. Попробуй. Надо обязательно попробовать. Пока. Давай, золотой. Ну, пока. Пока. Привет. Ну как, помогло? Ой, горло уже совсем не болит. Только твой муж никак не мог поверить, что это была твоя идея. Моя идея. Ну, пока. Моя идея. Старший лейтенант Мандалаев. Девушки, почему так быстро едем? Вы видели, что тут знак 60? Ну. Почему так быстро едете? Посмотрите, у вас на спидометре 120. Ну, у нас же двое. Да? Что? Ну, вы даете. В аэропорт штука. Штуку? И я тебя трахну. За кого ты меня принимаешь, извращенец? В аэропорт штука. И трахнешь по дороге. А миньет сделаешь? Извращенец, вот! Штука, трахаешь по дороге и минет. Бледей не возим.